Привет, друзья! Вы на канале Яся ТВ. И пока Яся играет на улице, потому что ее не загонишь домой с помощью этих технических штучек, что я вам покажу сейчас. Я-то я обещал мультики снимать на этом канале с ней. Но это потом, наверное, в скором времени я созрею для этого. А сейчас давайте я вам покажу интересную цветомузыку. Почему для ленивых я назвал? Ну, это не обзывательное, не оскорбительное какое-то, потому что просто лень — это двигатель прогресса. И много вещей как раз изобретается от лени. Ну или для очень занятых людей, или для тех, кто не хочет, не умеет там паять, разбираться с этим. Ему некогда. Проекты заняты в голове, чем какие-то мысли. Довольно интересно. Готовый комплект. Да, он не длинный, 60 сантиметров, не на всю стену, но тоже может найти свое применение в машине, скажем. Покажу вам, как оно смотрится. Они написали здесь плазма ТВ, блин, для телевизоров, типа. Как смотрится на телевизоре, на компьютере, и так. Значит, что у нас в комплекте? Давайте посмотрим. Сама вот планочка идет 60 сантиметров. Идет пульт, такой же, как на цветомузыке, если вы смотрели наше видео с цветомузыкой, с контроллером. Шнур питания USB. Ну и крепление, видимо, для планочки. Инструкция прямо на картонке напечатана. Стоит порядка 30 долларов. Ссылочку дам ниже, если интересно. Так, пульт идет с батарейки сразу. Вытаскиваем язычок. Подключаем 5-вольтовый шнур к USB. Вот устройство у нас сразу включилось. Те же режимы. Есть режим волны, стробоскоп, пиксели. Это переливающийся бегает. Этот быстрее. Пиксели туда и обратно. Режим света. РКБ. Все цвета. Ну и, соответственно, нас интересует диско-режим, который будет у нас включать за цветомузыку. Соответственно, яркость больше, меньше. Чуть уберем, потому что на камере, наверное, расплывчато все будет. 6 режимов. Сейчас не видно, но. Второй режим. Третий. Четвертый. Пятый. Субтитры.
Стандартный режим волны. Первая пульсация цветов. Второй у нас стробоскоп. Третий хаотичные пиксели. Четвертый бегущий. Медленно переливается. Затухает, и потом набегает другая волна. Пятый быстрые волны. И шестой пиксель туда и обратно. Режим L. Стандартные RGB цвета. Красный, зеленый, синий, оранжевый. Салатовый, голубой. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Итак, внутри у нас идет стандартная лента WS2812B. Здесь у нас полметра ленты, 30 светодиодов. Сам плата контроллера, микрофон, приемник. Вот он такой маленький. Иногда его можно выковырять и в каком-то своем устройстве для каких-то других нужд приспособить. Единственное, что я сейчас смотрел, вот если на той цветомузыке, на том контроллере мы делали количество пикселей больше-меньше, здесь такое уже не получится. Но зато всегда можно здесь запараллелить еще, докупить ленты. Сейчас, значит, нам нужно будет 60 диодов на метр. И вот распараллелить, взять отсюда центральный сигнал, добавить 5-вольтовый, чтобы не через контроллер шел, а отдельно 5-вольтовый блок питания. И сделать какую-то интересную поделку. Я вот в следующих видео буду делать дискошар на такой вот ленте на контроллере. Это интересно, что у нас получится. Звезду мы уже делали, а именно шар. Можно взять вот таких вот, запараллелить кучу лент. И думаю, что будет красиво. Следите за новостями на нашем канале. Автомобиль я не успел снять. Ну, думаю, что там тоже будет красиво это смотреться. Ну, не перед глазами, конечно, водителя, а где-то в салоне. Ну, особенно те, кто у нас любит сабвуферы ставить назад, тюнинговать там свои авто, то ну, вообще будет. Хочу проверить, насколько они синхронны, если 2-3. Сколько параметров контроллеров совпадают. Да, тут играет удаленность источника звука от микрофонов, поэтому чуть-чуть рассинхрон идет.
компьютере. Сейчас мы поставили ее за телевизор, чтобы освещала занавески или стену. О, мой бог! Он дружит с Морганом Фрименом! Черт тебя дерибари, выходи! Он идет! Сейчас мы поставили ее за телевизор, чтобы освещала занавески или стену. Хочу быть пингвином. Обожаю есть пингвинов. Меня ты не поймаешь. О! Пингвины неуклюжи. О! Но я тоже бы... Иди сюда. Поймай. Сейчас доберу. Не поймаешь. О! Ударило колено. Барри, смешно. А ты пингвиненочек. О, уж нет. Сейчас я... Вот такая вот интересная штучка. Подписывайтесь на наш канал, не забывайте про нас. А сейчас всем пока.